Добрый день, дорогие рукодельницы! С вами Светлана Амельянс, автор сайта «Изба вязальна», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Сегодня я хочу рассказать о нашем новом интенсиве, который посвящен изучению программы KnitStyler. Но для того, чтобы понять, подойдет ли вам наш интенсив или нет, вам нужно сначала понять, можете ли вы воспользоваться этой программой. Программа KnitStyler находится в открытом доступе, ее можно скачать и на сайте производителя, который называется KnitStyler. Нас интересует вот эта функция «Скачать». Здесь написано «Обновление». Но на самом деле это сама программа и запускающий файл. Для того, чтобы установить на свой компьютер, я нажимаю левой кнопкой мыши на вот эту надпись. И она мне предлагает его сохранить. Сохраняем. Точно так же с файлом разархивации нажимаю на левую кнопку мыши, нажимаю «Сохранить». У меня пошли загрузки. После того, как программа загрузилась, вот она у нас, вот эти два файла здесь выделенные. И не нужно разархивировать, ничего не нужно делать. Нажимаю дважды по левой кнопке мыши, и он начинает разархивацию. Нажимаем «Далее», принимаем условия соглашения, «Далее». Предлагают сохранить в диск C с названием KnitStyler. Нажимаю, что я согласна. Создает ярлык в следующей папке в меню «Пуск». Нажимаем «Далее», «Далее», «Установить». Все, пошла разупаковка. Завершаем. Если у вас на экране появилась вот эта бабочка, после нее должен открыться экран, в котором видна вся панель с всеми кнопочками. Если вы дошли до этого этапа и видите то же самое, что и я, значит, программа у вас с компьютером не конфликтует. Если же у вас видны иероглифы, либо программа не распаковывается, либо еще какие-то проблемы, скорее всего, у нее есть какое-то противоречие с вашей операционной системой. Не на все компьютеры устанавливается. Поэтому программа очень старая, и она очень хорошо работает на старых компьютерах. Поэтому для того, чтобы получить ту пользу, которую несет эта программа, мы советуем, в случае, если она не становится на ваш компьютер, поискать старый компьютер, который... Но если вы дошли до вот этого этапа, значит, этой программой вы сможете воспользоваться. Все остальное, как ее пользоваться, как создавать узоры, как вносить изменения в выкройки, как все это сохранять, вы узнаете на нашем платном интенсиве, который называется «KnitStyler за 5 дней». С вами была Светлана Амельян, и до встречи на нашем интенсиве.